В Жамбылской области количество уголовных преступлений снизилось на 7,5%. Такая информация была озвучена на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате области под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева. Глава региона отметил, что за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество уголовных преступлений уменьшилось на 7,5%, в том числе преступлений на 6,6% и проступков на 13%. Однако в регионе наблюдается рост количества тяжких преступлений. Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Тимирбек Уразымбетов, в управлении местной полицейской службы работают 367 участковых инспекторов и 85 их помощников. В области функционирует 197 участковых пунктов полиции, в том числе 30 в Таразе, 167 в районах. 119 пунктов полиции нуждаются в ремонте. В этом году, согласно плану, будет построено 5 участковых пунктов полиции и 4 стационарных полицейских постов модульного типа. До конца года участковые инспекторы нескольких сел будут обеспечены жильем. По словам заместителя начальника департамента полиции, изъято более 3 тонн наркотиков. Этот показатель на 372 килограмма больше, чем в прошлом году. Глава региона подчеркнул, что необходимо принять меры по снижению количества тяжких преступлений и фактов мошенничества. Следует принимать строгие меры в отношении водителей, виновных в ДТП. Нужно выявлять факты выпаса бесхозного домашнего скота вдоль автодорог и привлекать к ответственности владельцев скота. Также следует проводить ночные рейды совместно с местными общественными организациями. В этом отношении все государственные органы должны работать вместе с населением. В завершении заседания глава региона дал ответственным лицам ряд конкретных поручений. Риналь Рахматуллин, Ахан Абилхаир, Жамбыл Ньюс.